это кадр. Ну, такое северное сияние сидит. Вот это цветочек. Километр вышло. Вот это цветник. Он даже не видел. Вчера такого не было. Александр, да? Молнии такие пробивают. Сверху забили. Они сверху и снизу исходят. Не хватает камеры, это нужно отходить на километр. В лазрение не хватает. Понятно, что все это не лампочки Ильича, а светодиоды, но тем не менее, сколько нужно электроэнергии. И все это бесплатное удовольствие. И фонтаны, и вот эта светомузыка. Сколько миллиардов их там штук? Угу. Я уже даже не люблю миллионы. Надежность какая? Не перегораю. Я в гирлянде каждый раз перегораю. Это северное сияние. Нет, я пока сам руками не пощупаю, я в это поверить не могу. Потекла. Ты. Слезки потекли. Я понимаю, возможности технические у них не ограничены ничем. Это только буйством фантазии, больше ничем. Что они в следующем году будут? Ты своими глазами хоть посмотри. Да мне некогда. Нас смотри, снимают. Посмотри. Угу. Отдалека еще. Ну да, весь рисунок не помещается. Приходится эпизодами так, кусочками вырывать. Скажи уже, что я здесь тоже.
на фоне. Да ладно? Смонтируешь дома на компьютере. Хорошо, это монтаж. Ну да. А ну чуть-чуть к ней. Сюда. Так, давай. Привет. С фоточки привет. Да, это я. Все, расцвела узорами. Дедушка Мороз зарисовал. Что там написано? Кимар, третий носил. Кимар? Кимар. Нет, ну это зрелище, конечно, словами передать просто невозможно. На видео тоже это не то, это нужно видеть своими глазами. Это действительно стоит того, чтобы его посмотреть. Я не знаю, что может сравниться с Матильдой моей, но с вот этим вот зрелищем. Вон твой Армани-кот.